Купальный сезон открывается 1 июня, однако многие куряне не стали ждать официального старта. А вот готовы ли пляжи принять отдыхающих, узнала Юлия Мартынова. 47 пляжей готовы полностью. На оставшихся инспекторы проверяют документацию, удостоверение спасателей и акт водолазного обследования дна. Скорость течения 0,5 метров в секунду. Цель одна – уменьшить гибель на территории Курской области. В прошлом году у нас на территории Курской области погибло 46 человек, из них 5 детей. Места массового отдыха должны быть оснащены плавсредствами на случай ЧП. Каждая лодка проходит техосмотр. За лодку отвечаете вы. Что входит в слово «отвечаете»? Не сажать пьяных и не сажать без жилета. Все остальное – это уже второй вопрос. Особое внимание спасательным жилетам. Они должны быть исправными и не спускать воздух. На пляже обязательно наглядная агитация. Некоторые владельцы мест массового отдыха уже подключили к работе тревожные кнопки. Гражданам, нарушающим порядок, грозят санкции. Штраф за распитие спиртных напитков вблизи водоемов – 500 рублей. Юлия Мартынова при содействии пресс-службы МЧС России по Курской области.